Сэм, это Дай Хард. Твоя задача – протянуть хиральную сеть отсюда до портового узла. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетит. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел – это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и подключи к Юбит. Сэм, в описаниях заказов может быть жизненно важная информация. Изучи ее, прежде чем выдвигаться в путь. Сэр, для этого маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Они помогут на крутых склонах, а из лестницы может выйти мост, если нужно перебраться через реку. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ.
Счастливого пути. Сэм, видишь, кто-то поставил знак. Ты тоже можешь так сделать. Послание, предостережение, слова ободрения. Все, что придет в голову. И впредь так держать. Сэм, даже лучшие курьеры могут потерять груз. Но ты лучший из лучших. Ты сможешь завершить то, что не удалось им. Если найдешь брошенные грузы, подумай о том, чтобы доставить их по назначению. Это легче, чем тебе кажется. Понимаешь, все наши грузы отмечены идентификаторами Бриджес. А твой Адрадек оснащен сканером, который их засекает. То есть я хочу сказать, что эта штука на твоем плече поможет тебе найти пропавшие грузы. Помни, Сэм, каждый груз – это обещание человеку в беде, который надеется, что ты придешь. Сегодня хороший день. Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути, и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер. Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело.
сам. Если попадется крутой склон или скала, не забудь про лестницу, которую мы тебе выдали. Обязательно ее примени. Интересно, как еще ее сможет использовать такой профи, как ты. Thank you.
Готово. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Все мы скорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Просто супер. Спасибо еще раз. Похоже, все в полном порядке. И надеюсь, пункт тоже скоро будет. Из пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. 3 года мы ждали помощи. 3 года! И прислали одного человека. Черт, черт, черт! Хотя бы скажи, что ты принес не только Окси. У меня есть Кьюпит. Ты... правда? Так это правда.
Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключи нас к чертовой сети. Подтверждаю, столичный узел подключен. Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Эй, ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово, Я никогда ее не видел, только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди, их больше, чем хороших. Но ты и сам это знаешь. Спасибо, Сэм. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель – портовый узел. На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача – соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое. Мы хотим использовать и распределители, и электростанцию. А куда направиться раньше – начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Приносит плоды. Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительные материалы и поддержку. Лишними не будут. Thank you.
личном хранилище можешь оставлять груз и прочее. Сэм, с ПХК можно сделать почтовый ящик. Сэм,
Если в пути ты решишь временно положить груз на хранение или передать его другому курьеру, то воспользуйся почтовым ящиком. С помощью почтовых ящиков можно делиться не только грузом, но и снаряжением или оружием, если хочешь. Наверняка ты ими уже пользовался, но все-таки сделай такой ящик. Поставь его между столичным узлом и тем пунктом. Если у тебя нет ПХК, боюсь, тебе придется добыть его самому. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ты и сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПХК, то его придется изготовить. На отмеченное место и поставь там почтовый ящик. Ты легко найдешь его, если будешь сверяться с картой и компасом. Чем нужно. Куда нужно. Хорошо. Когда будешь готов, включай свой ПХК и построй почтовый ящик в месте, что я указал.
Отлично, Сэм. Отменный почтовый ящик. С помощью его общего хранилища можно делиться с другими курьерами грузом и снаряжением. Оставь лестницу и якорный крюк, и наверняка найдется кто-то, кому они пригодятся. Если у тебя их много, почему бы не оставить часть? Люди в долгу не останутся.